Ребята, всем привет! И сегодня мы поговорим о зарплатах в Дании. Да, у меня на канале уже есть одно такое видео, но вы потребовали от меня снять видео о зарплатах для простых смертных. И, конечно же, я для вас это делаю. Вам напомнить, что меня зовут Света, вы находитесь на канале «Девушка из Дании». И на этом канале я вам рассказываю все о жизни в Дании и влюбляю вас в Данию, также погружаю вас в наши скандинавские хюгги. Ну что, давайте начнем. Вы меня попросили рассказать о том, сколько зарабатывают простые смертные в Дании. И, пожалуйста, получайте. Давайте начнем, наверное, просто из обычных рабочих. Конечно, понятие рабочий – это очень растяжимое, но я для вас такую информацию нашла. Сколько может зарабатывать рабочий в Дании? Примерно 26 642 кроны в месяц. Я хочу сказать вам, что это будет зарплата абсолютно средняя по палате. Конечно же, зарплаты, они выплачиваются в зависимости от возраста человека, от того, сколько у него лет опыта работы в том или ином, в той или иной сфере, но мы сейчас будем говорить о том, сколько люди получают в среднем. Так вот, сколько, например, зарабатывает рабочий на фабрике? Рабочий на фабрике в Дании может зарабатывать 23 967 крон, в среднем 24 тысячи крон в месяц. Переходим дальше. Сколько, например, может зарабатывать фармацевт Дании? Зарплата фармацевта в Дании 45 141 крона. Раз уж мы начали говорить о таких немножко медицинских профессиях, то давайте, наверное, я вам скажу, сколько может зарабатывать медсестра в Дании. Здесь очень как бы такая разная зарплата, потому что многие медсестры работают в ночные смены, и, конечно же, у них зарплата намного выше, но опять-таки мы с вами говорим сейчас о средней зарплате медсестры. Это примерно 33 456 крон в месяц. Кроме медсестры, здесь можно еще сказать, наверное, о таких сотрудниках или о такой профессии, как SOSU, SOSU ассистент или SOSU ельпа. Что это такое? Это, наверное, скорее всего, можно объяснить как санитары, младший медицинский работник. Так вот, зарплата SOSU может составить в месяц 26 900. Кроме медсестер и SOSU ассистентов, давайте еще скажем, наверное, о физиотерапевтах. Зарплата физиотерапевта в Дании может быть 32 тысячи в месяц. Да, сколько может зарабатывать лаборант в Дании? Лаборанты работают не только в больницах, они еще работают на предприятиях. И зарплата лаборанта в Дании может составлять 32 222 кроны. Кроме лаборантов и физиотерапевтов, у нас еще есть биоаналитики. И зарплата биоаналитика может быть 33 тысячи кроны в месяц. Но опять-таки, здесь еще зависит от того, где человек работает. В государственных или в частных компаниях. Переходим от наших медработников к работникам детских садов и школ и сколько, например, зарабатывает воспитатель в Дании. Воспитатель в Дании может заработать 28 400 крон в месяц. Кроме воспитателей в детском саду еще работают нянечки. Это в Дании называется педагог мельельпа, и педагог мельельпа может заработать в месяц 23 000. Сколько же зарабатывают учителя в Дании? Средняя зарплата учителя в школе 34 тысячи крон. Ну, а сколько может заработать продавец в магазине? Зарплата продавца в магазине 22 975 крон в среднем. Например, может работать еще простой смертный. Простой смертный у нас может работать просто работником на складе. Сколько можно заработать на складе? 25 590 крон в месяц. Шофер. Шофер – это работа для простого смертного. И сколько зарабатывает шофер в Дании? Зарплата шофера 27 520 тысяч крон в месяц. Сколько зарабатывает шофер автобуса в месяц в Дании? 26 870 крон в месяц. Ну и мы переходим дальше. Сколько может заработать слесарь в Дании? Зарплата слесаря в Дании составляет 33 тысячи кроны в месяц. Ну а сколько, например, может заработать сварщик в Дании? Сварщик по-датски это будет свайсы, если что.
Зарплата сварщика 30 544. И опять-таки, это средняя зарплата сварщика в Дании. Это может очень сильно варьироваться. Можно зарабатывать больше или можно зарабатывать меньше. 28 203 кроны в месяц может зарабатывать в Дании охранник или сторож. Вот такие вот ребята, которые прохаживаются по торговым центрам, и у них на спине написано «Вакт». Вот это они и есть, сторожа или охранники. 31 219 крон уходит в месяц в копилочку автомеханика в Дании. Плотник в Дании может заработать 28 000 крон в месяц. Сколько можно в Дании заработать на уборке? 21 357 крон в месяц зарабатывают люди, которые занимаются уборкой помещений. Обычно такие... Обычно уборки делают вечером, когда уже сотрудники все расходятся, или, например, дети уходят со школы, тогда приезжает уборка, и вот они тогда убирают вечерами или рано утром. Зарплата сантехника в Дании 40 600 крон в месяц. Ну и сколько можно заработать, работая помощником на кухне? Здесь тоже не очень большая зарплата, 21 736 крон уходит по ассистенту на кухне. Что можно там делать? Можно разгружать или загружать посудомоечные машины, можно как-то делать какую-то уборку. 25 519 крон в месяц в Дании может заработать почтальон. Ну а зарплата переводчика в Дании, это тольк, может составить 28 200 крон в месяц. А секретарь в офисе может зарабатывать 29 113 крон в месяц. Кстати, еще спрашивали, сколько может зарабатывать дворник в Дании. Дворник, наверное, это все-таки ПДЛ, это человек, который ухаживает за территорией, которая прилегает к дому. Также он делает какие-то небольшие ремонты во дворе, и это называется, как я уже сказала, ПДЛ. Так вот, зарплата ПДЛа, дворника в Дании, примерно может быть где-то 29 тысяч крон в месяц. Ну а сколько в Дании может заработать Project Leader, руководитель проекта? Руководитель проекта в Дании может заработать 47 293 кроны. 25 342 кроны в месяц может заработать человек, который помогает инвалидам. Это называется Handicap Мельхельпа. Бухгалтер в Дании зарабатывает примерно 36 420 крон в месяц. Ну а сколько может заработать, например, финансовый аналитик? Зарплата финансового аналитика в Дании может составлять в среднем 51 117 крон. 29 200 крон в месяц в Дании может зарабатывать повар. Ну а зарплата ресепшиониста в Дании это примерно 28 246 тысяч крон в месяц. Ну и когда я вам рассказывала о медперсонале, я, наверное, забыла упомянуть еще такую профессию или специальность, как порчо. Чем занимаются порчо в госпиталях? Они помогают перевозить пациентов или аппаратуру. И зарплата порчо в госпитале может составлять в среднем 28 400 крон в месяц. Кассир в Дании в супермаркете может в среднем заработать 24 500 в месяц, или немножко меньше, или немножко больше. Ну а сколько примерно человек может заработать, который работает на ферме, например, фуллемиста, это зоотехник или что-то примерно такое, то зарплата зоотехника в Дании примерно 25 909 крон. Массажист в Дании может заработать 24 500 крон в месяц. Ну а на стройке в месяц можно заработать примерно где-то 34 800 крон. Ну что, на этом я буду, наверное, заканчивать свое видео. Всех благодарю за внимание, не забываем подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока!